Санечкин спит еще. Я вышла на балкон. Уже сделала зарядку. Сейчас выпью чаек зеленый. Запишу в свой новый блокнот планы. Там видео тоже планы. И пойду готовить завтрак. Честно, вот прям такой ступор, проснулась. Глаза открываю. А что приготовить с утра? Вообще не знаю, не могу сообразить. Сейчас чай попью, пойду. У меня там филе разморозилось уже в Ой, в холодильнике, в пакетике лежит. Не знаю, то ли суп сейчас с утра сразу сварить, то ли какую-то кашу. Короче, я еще вообще, правда, не знаю, что хочется. Санек тоже сейчас скоро встанет, чаек попьет, потом завтрак. Зарядку не делала дня 3. Кости все вообще прям. Все болит. А так хорошо, тепло. С утра, летом вообще классно. Сейчас на балконе сижу. Свежий воздух. Короче, не знаю, что еще будем делать сегодня. Ну, теперь у меня есть такой блокнот, куда я буду все записывать. В общем, Санька еще спит. Маленький сопит лежит вот как раз. А я хочу попробовать сделать омлет суфле, такой воздушный. Нашла на ютубе ролик, но у меня нет венчика. Я попробую сбить белок вилкой. Не знаю, получится, нет, но не получится, сама съем. Доброе утро. Проснулась моя рыбка. Телевоньки. Ну что, Санек проснулся, да? Да. Играет там, а я буду пока омлет делать. Ну, погнали. Нам нужно отделить белки от желтков. Сейчас, моя, подожди, подожди, сейчас я отделю. Тебя заберу, ладно? Ага, смотри, что мама делает. В желтки мы добавим немножко соли. Попробуем сбить белки. Добавим сахара. Чайную ложку. Попробуем сбить. Санек с утра музыку слушает. Как хорошо с телевизора. Включили с ним YouTube музыку, да? За это мы. Как отваливается. Ой, жесть. Да. Короче, ребята, ничего не получилось. Вот так все. Чуть-чуть сверху пенка и все. Ну ладно, я сейчас смешаю. Добавим чуть-чуть молока. Да. Так, сделаем омлет. Да, Санёк? Все-таки венчик возьму и потом попробую с венчиком сбить. До суфле такого. Ну ничего, главное попробовала. Так, что за моська торчит там? Моська торчит. Ж блендером. Нам еще кровать заправлять, порядки наводить, да? Короче, сейчас завтрак приготовим, позавтракаем, будем приборки наводить. У нас тут вон кровать надо заправить. Там разобрать все. Вот так-то комната у нас небольшая. Вот. Я стою почти посередине. Вот, это у нас такая прихожая. Здесь здоровенный-здоровенный шкаф. Вот такой. И два зеркала такие здоровые. Да, Санёк? Да. Вот, ну шкаф потом покажу. О, зацените, что у меня тут. Как поднялся, блин.
пирожный блинчик? Ух ты! Сейчас, Ай, подожди. Вау, будешь такое? Да. Почему? Вкусно. Да? Угу. Ну, блин, горячо, его бы не порвать еще. Короче, ребят, я его не буду переворачивать. Пусть он хорошо вот поджарится. Да. И все, и лучше я просто на тарелке его сниму. Сейчас каркаде хочу заварить. Смотрите, такие цветочки. Прям вот, листочки, лепесточки. Кастрюлю приготовила. Сделаю сразу много, чтобы потом остыло. Я уберу в холодильник, чтобы вот такой холодный напиток был. В жару тем более, вот. Сейчас сделаем так. Ой, из расчета да на глаз. Беру вот этот жмень. Ну и все. Вот так. Две жменьки. И кипятком сейчас зальем. А это прищепочка убила. Ух ты. Красотища. Сейчас расправим его. Короче, ребят, вот наше королевство. Сейчас мы его немножко в порядок приведем. Пойдем. Послушайте, я решила одеяло сейчас не одевать. Жара такая что-то. Или одеть одеяло. Давайте все-таки. А куда мне его одевать? Сейчас закрою. Я беру вот так. За один конец и за другой. Вот так, в одну руку. Зай, дай мама заправить. Вот, давай. Так, вот один конец. Второй конец. Все. Мам! Да, моя. Потом просто пихаю туда одеяло. Да. Пофигу вообще. Да. Главное, у меня вот эти конечки. Сейчас кушать будешь. Ты все поиспортил, малыш. Вот так, смотри, вот. Да. Держи. Кусай. Вкусно? Чтоб не сглазить, ребята. Яйца так-то он не ест. Давай помочь тебе. Убери свой. Вкусно. В общем, вот наша комната. Еще холодильник надо убрать, и будет норм. Да, Санючек? Короче, я решила ничего не выдумывать на завтрак. Буду доедать вчерашние овощи, что готовила. Пюреху разогрела, потому что иначе это все выкинется. Сашке тоже вон омлет, он картошка, огурцы, короче, овощи у него. Санек вон там завтракает. Так что сейчас позавтракаем. Угу. Санька зубки почистит, умоется. И супчик, наверное, сварю, и пойдем гулять, собираться. Так что обязательно сниму город там, покажу, куда, где будем гулять. Так что еще увидимся. В общем, решила я готовить сырный суп без копчености. Без копчености. У меня здесь просто куриная грудка.
порезала ее. Брокколи, морковка, картошка, лук вот наваривается для навара. Укроп уже закинула. Бодели, потому что, чтобы можно было его выкинуть. Сейчас навар свой отдаст. Аромат морковка, вот все. Бульон варится. Мам. Вот полпачки осталось. Да хватит нам. Из-за Сашки ничего не пережаривала, не зажаривала. Конечно, я бы там зажарку сделала. В этой же бы кастрюле обжарила морковку, лучок. А потом уже водичку наливала, курицу. Ну, из-за Саньки ничего не пережаривала, поэтому... И копчености не стала добавлять. Ни разу я ему не давала эту копченую курицу. Мама, Петра! Думаю, рановато еще. Мама. Ну и, конечно, я обязательно добавляю кусочек сливочного масла для вкуса. Ну как без этого? Ну, на такую кастрюлю, я думаю, вот, ну, хватит кусочка. Ну все, закрываю крышкой и пошли мы, короче, собираться на улицу. Вот, короче, пошли мы с Саньком гулять, уже нарядились. Я одела кроссы под платье, потому что там ортопедическая стелька, а мы будем с ним гонять пешком. Поэтому на платформе или на каблуках это будет чересчур. Поэтому пошли мы с Саньком гуливанить. С коляской пойдем, сейчас еще мусор выкинем. Агашки. Да. Большая собака? Да. Да, мама бы на платформе по таким ухабам точно не нашла. Дорога не очень хорошая. Да. Трясет какая-то, да? Да. Тебя еще не укачивает? Да. Вот мы с Саньком и дошли до набережной, а вдали уже Китай. Вот эти дома, что вдали, это уже Китай. А кажется, как будто бы это в городе. Но нет. Разделяет нас река Амур. Вот он, Амур, люди загорают, купаются. И там видно Китай. Красиво, конечно. Я была в этом Китае всего лишь два раза. Один раз проездом, когда в Бадайхай ездили отдыхать на море. И один раз ездили шопиться. Все. За все время была всего лишь два раза. Хотя вроде так рядышком, а пока нет такой возможности. Хотя Китай я очень люблю. Люблю китайскую кухню, культуру. Но пока так. А так красиво, конечно. Очень. И кажется, будто бы это прям рядом-рядом. Продолжение города. Кто не знает и подумает, что это город. А это Китай. Пешком не хочешь, да, гулять? Санечки, ну ты куда пошел? Это у нас городской парк.
Но только сейчас аттракционы не работают. Да? Только эта машина блестящая тут. Санек любит машины. Музончик тут такой веселенький. Я себе шаверму взяла, буду есть. Мама. Да, моя, я не хочу, там очень грязно. Мама в своей юбке точно сюда не полезет. Да ничего, я тебя переодену, у меня с собой есть одежда. Санёч, а танцевать? Они сейчас не работают. Санёч, а может, ты блины хочешь? Блинчики не хочешь? Блинчики? Короче, у нас с Саньком перекус, да? Ой, а у меня мошка залетела. С джемом земляничным. А вот у тебя кусочки есть. Вот, бери. Сюда шли через полчаса. А так, если одна идут, то тут идти минут 10. От дома до набережной. Ну, 15 максимум. Я покажу, куда. Вон синее ведро. Ты чё? Няня. Мяу. Пойдём, мама промоет. Пойдём. Короче, у нас ЧП. Санёк пошёл мусор выкидывать. Упал, коленки разбил. И ручку. Попросил, чтобы я ему все перевязала. Давай, бабе покажем потом. И тебе удобно ходить-то? Может, в коляску залезешь? Кто там? Крабик. Усатый краб. На кого похож? На кого похож краб усатый? У кого есть усы? Что мы? Мама там? Ну это ж не мама летит. А, мама. Хочешь на тигре кататься? А оно не работает, аттракционы сейчас. Кто там? Видишь, все закрыто. Мороженое? А мороженое тоже не работает.
Мороженое? Молочный. Перевернули. Что, ветром сдули, говоришь? Нет. И он перевернулся? Да. Да нет, солнышко, это специально так сделали. А? Это специально так сделали. Там экскурсии проходят, но сейчас все закрыто. Мы с тобой потом сходим туда. Да. Даже кондиционер там есть. Поехали! Мам! Чё, моя? Нет. Домик для птичек. Да. Они там кушают. Вот мы и вышли. Идем, идем, мой сладкий, идем. Это у нас театр драмы. Театр драмы. Да, сладкий, идем, идем. Мама. В общем, сколько мы гуляли с тобой? Раз, два, три. 3 часа с Саньком гуляли. Да. Устал, Саш? Нет. Сашуль, ты устал? Нет. 3 часа мы с тобой катались. А теперь вот в районе в нашем, Черемушки называется, сейчас я вам покажу. Едем домой, короче, у Саньки коленки будем обрабатывать. Я так водой только помыла. Обработаем коленки и будем обедать нормально, супчик кушать. Зайчик, смотри. Кто такой деловой крутой? Свои очки посеял, у мамы забрал, да? Ты что такой деловой? Домой поехали, вот коленочки маленькие мои. Все. Вот розовые дома там вдали, это уже наш район. Черемушки, там мы живем. Самый первый розовый дом отсюда. Да, там живем мы с Саньком. Вот мы идем. Конечно, летом безумно красиво, когда все зеленое. И даже вот это здание не портит вид. Когда все зеленое, классно. Добрый вечер всем. Зацените, отлично погуляли с Саней. О! Ой, капец, спина болит, вся сгорела. Лоб вон красный сгорел. Я просто умылась, увлажняющим намазалась. А, еще у меня тут носочки такие, видите? Получается, я там кремом намазала, сверху пакетик целлофановый одела и носки. И все. И так хожу. Ну, пока чем-нибудь там занимаюсь, могу полчаса-час походить, могу 20 минут. Вот в таких носочках. Получается, мажу я кремом питательным, увлажняющим каким-нибудь. Берете, даже не самый дорогой для ног. Главное, чтобы увлажняющий. Вот. Все, мажете пакетики, носки. И минут 15. Нет, от 20 минут. 20-30-40 минут. Ходите. И, во-первых, напитывается кожа. Ну, на ногах же все равно пятки грубые. Поэтому попробуйте. Правду говорю, извините. Да, Санек? Не надо зеркало разобьешь. В общем, пришли с улицы, напились каркаде, которое утром заваривали. И все, потом что-то Сашке мультики включила, так что-то спать захотелось. В итоге, наверное, минут на 10 вырубилась и Санька со мной. Вот, проснулись где-то часов 6, в начале 7, я проснулась первая, потом Саньку разбудила, потому что думаю, что он ночью потом будет делать. Все, поели суп сырный, который в обед делали, варили. И все, и к вечеру у меня что-то прям спина вообще еще краснее стала.
у Сашки ляжки сгорели. Короче, хорошо погуляли. А сейчас обещают, все выходные будут дожди у нас. Ну ничего, хоть сегодня погуляли, нагрелись под солнышком. И я что-то расчихалась, простите меня. Нос закладывает. О, подружка, что там? Короче, вот такой сегодня у нас день был. Вот, вам желаю всего самого хорошего, хорошего настроения, позитива, всего самого классного. Пусть у вас всегда все получается, за что не беретесь. Вот. Ну что, до новых встреч. А мы с Саньком пойдем, что, тусоваться? Сейчас волосы буду сушить. Сушить волосы и тусоваться. Ужинать мы уже не будем, у нас время 9 часов. Так, чай попьем, если что, и все. Так что, ну, всех целую, всем пока-пока. А, забыла еще вам, хотела с вами поделиться. Прошла я курс Айвита 2 недели. В общем, я на ночь мазала лицо полностью, глаза вообще полностью, как вместо увлажняющего крема на ночь перед сном. На чисто умытое лицо. Саш, не надо, пожалуйста, открой. Вот, мазала как крем 2 недели, короче. И мне очень нравится теперь качество моей кожи. Вообще, и как выглядит она. Она стала более сияющей как-то. Тон кожи, я не знаю. Ну, прям совсем по-другому. Я сама знаю, да, сравниваю, что было и что стало. Поэтому я обязательно этот курс повторю. Попробую, знаете, наверное, через недели 3 снова пройти курс. Хотя бы недельку еще раз. Вот, а так мне очень нравится. Сейчас у меня... А, завтра надо бровки покрасить. Это у меня сейчас карандаш. И ресницы с новых нот покрасить. Мне понравилось. Смотрите, даже не надо ресницы красить. Да. Такие черненькие. Поэтому завтра с новых нот покрашу ресницы и брови. И вам обязательно покажу. Вот, а теперь точно можно прощаться. И всем пока-пока.